Хей, гей, с вами Шамики и... Так, сразу, да, все в порядке, можно начинать. Мы отправляемся с вами в город мертвых. В свет. Ну, город... почему я сказал город мертвых? Мы находимся сейчас в городе мертвых, мы отправляемся с вами в рай. Древо жизни. Ключ к искуплению, найдите ключ. Окей. Я не узнаю это место. Куда ты меня привел? Место называется Утраченный свет. Это застава, которая находится далеко за вратами рая. Именно здесь ангелы спрятали свой ключ от источника душ. Почему здесь? Почему не в Белом городе? Ангелов тоже есть желающие воспользоваться ключом в своих интересах. Поэтому его и спрятали здесь, чтобы до него не могли добраться интриганы. И миряне на это надеялись. Нефилим. Источник имеет власть над всей жизнью. Хотя я подозреваю, что в твоем вопросе кроется нечто большее. Давай, всадник, спрашивай. Четверо не знали про источник. Почему его скрывали от нас? Не боюсь того, что ты можешь сделать с этим знанием. Нельзя разрешать нефилимам уничтожать творение. Они должны остаться мертвыми. Значит, источник может воскресить их? Мы и добрались до сути вопроса. Да, источник — купель всей жизни. Ангелов, демонов, людей, даже нефилимов. Ими мечами они посеяли хаос, а из хаоса возникла порча, убив их. Окей. Давайте посмотрим на карту. В принципе, цитадель там есть у нас. Не очень оно большое. У нас всего лишь одно место. Это у нас хрустальная башня. Там. Ну ладно, побежали. Посмотрим, куда нас приведет это дело. Блин, нужно еще будет купить за 20 вот этих осколочков сундук. Сундучок. У меня как раз и 50 тысяч есть золотых, и 20 этих есть. В основном у нас дорога, походу, будет просто обычно покатушка вперед. Так, утраченный свет. Довольно крупное свободное место. Странный звук был. А, так это у меня энергия набиралась на коне. Так, ладно, хил. О, торговец, как раз у него и куплю. И продам ненужный хлам. Особенно ненужный хлам. Могу давайте предложить кое-что новое, если у тебя есть деньги. Сразу ему продадим все из, ну как сказать, желтого, да, зеленого все. Все зеленое продадим. Продать. Договорились. Может, он мне даст новое что-то, какой-то хороший предмет. И я смогу. Так, нет. И я смогу с него что-то. Ну, типа, улучшить, если вдруг выпадет. Нормальное. Мне кажется, это только оружие можно проклятым делать. И все. Пускай. Так, теперь покупаем. О, нихера у меня денег. Можно купить за эти, ну, блин, они дешевка, заметьте. А мы покупаем самый дорогой. Да. Косы. Одержимые двойные косы. Уф-у-у-у-у-у-у.
Ну, сразу. Здесь у нас есть защита. Я могу вас улучшить? Я могу их улучшить. И эти могу улучшить. Ну, смотрите, в принципе, защита. Здесь у нас ярость, да, энергия. Убийство. Вероятность казни 26%. А здесь крит урон. Как бы косы... Блин, ну, тут все, понимаете, в чем дело? В защите. Типа, я могу, да, улучшить, да, давайте улучшим даже. Принять жертву, принять жертву. Улучшить. Принять, принять. Улучшить. Мне нужно сразу вторичное оружие юзать. Улучшить. Чтобы место не застирали. Улучшить. Да, принять. Так, это заюзаю. Все, да? Да. Итого у нас выходит. Пробивающий урон 44. Урон от кос. Ну, в принципе. Вероятность казни 33 за убийство, ярость, магия, блин. Ебучая защита. Вот чисто из-за защиты я не хочу, типа, вот этот одевать, эти косы. Да, типа, урона больше, но, блин. Тут крит урон увеличен. Здесь нету крит урона. Здесь защита, вот защита мне дает то, что я живу дольше. Ладно, нормально. О, стоять, у тебя есть? Ай, ладно, посрать. У меня, походу, только вот эти вещички. Опа, ангелы появились, да? Кажись, да. Слишком пустое место. Слишком пустое место. Защита, крит урон, опыт. А, обувь. Крит урон. Нахождение золота. Сила. Нет. Вот. О, не, появляется, появляется все-таки. Появляются и исчезают. В книге еще много страниц, а у Вульгрима много ключей. Ага. О, и кристальчик, здорово. Значит, мне нужно козлу этому идти, чтобы он мне давал за книги ключи. Неужели мы куда-то пришли? Полвека не прошло. Еще одна страница, еще плюс книга. Теперь у нас две книжки. И здорово, башня. Но походу мы будем на самый верх лезть, потому что я вижу там место, где можно взорвать. Да, быстро что-то мы сюда прибежали. Ладно, поехали. Хрустальная башня. А, как раз книжечка, где я могу прочесть сообщения и все такое. Они тоже порчи прокляты. Ай-яй-яй. Манать, 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 слышь? Тихо, 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 тихо.
О, это чистый ангел. Или нет? Клянусь глазом Авадона, это ты. Да. Иди сюда, скорее. Эти все прокляты. Что, ты тоже подрос, хож? О-о-о, тихо! Понять у них урон. Давай, херяч, ё-моё. Давай, бей. Бац. Мне хилы нужны. Приятель, держись. Тихо, валим, 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 валим. Что-то их до хера здесь. Почему их тут так много? Ой, хилку вижу. Это мой. О, что? Выпало, выпало, выпало. Добро пожаловать в утраченный свет, всадник. Воин всегда рад встрече со своим собратом. Мы знакомы? Я Натаниэль. Я сражался бок о бок с тобой у врат рая. И погиб бы, если бы не твои клинки. Но меня не беспокоит то, что ты не помнишь меня. В тот день ты думал только о том, как убить нефилимов. Ты из небесного воинства. Да, я был одним из них. А теперь я охраняю свет и Архонта. И то, и другое ты найдешь в Хрустальной башне. Но что-то говорит мне, что ты пришел сюда не для того, чтобы купаться в лучах славы моего повелителя. Как ты догадался? А войны почему небес? Ты ушел из небесного воинства? Авадон отправил меня сюда присматривать за Хрустальной башней и Архонтом. Мы потеряем слишком многое, если шпиль захватит враг. А ключ? Мне нужен ключ. Я догадываюсь, что ты ищешь непростой ключ. По этому поводу тебе нужно поговорить с Архонтом. Видишь, куда можно забраться? Ему многое видно с высоты Хрустального шпиля. А, королевство? Что это за место? Застава. Мы называем ее Утраченный свет. Вполне справедливо, если сравнивать с Белым городом. Здесь мы ближе к тьме. А Архонт? А кто такой этот Архонт? Люциан, глава Скриптория. Он руководит ангелами, которые записывают все, что он видит, когда всматривается в тень. Их записи хранятся в цитадели Слоновой Кости. Архивы настолько огромны, что трудно себе представить. Где находится замок? Он скрыт во мгле. Молись, чтобы тебе никогда не пришлось искать туда дорогу. Архонт, вон там, всадник. Сейчас у меня куча других дел. Если вдруг эти дела забросят тебя в королевство мертвых, угу. Ты послужишь свету, если доставишь этот свиток. Какие дела могут быть у тебя в этой стране трупов? Я ищу старого друга. Потерянную душу. Где еще мне искать? Вручи свиток Бессмертному Совету. Они могут ответить на мой вопрос. Хорошо. Торговля. У меня найдется все для ангелов. И для тебя. Хера себе, ты еще что-то продаешь. Паричное оружие. Что по броне? Ну, я вижу тут в основном херню. Поэтому я не удивлен.
Ярость, крит урон. Да, что-то здесь ничего такого. Аж обидно как-то. Ну, хилки куплю. Это послужит тебе. Окей. Свиток Натаниэля. Твой небесный Натаниэль дал вам этот таинственный свиток. Отправляйтесь в иные земли, чтобы узнать больше о том, что именно начерчено на свитке. Он ответит на мой вопрос. Хорошо, что у нас здесь? Тот, от кого подарок неизвестен. Так, местоположение Трикамень. Это два открыт для вас, дабы вы так могли продолжить путь и покорить горнило. Император. Император рожден, чтобы править, это в его крови. Благодаря этому знанию. Уверенность, так, обретается в раннем возрасте. У вас есть все это, и даже больше. Правьте своими врагами, в Граниле открылись новые испытания. Блин, нужно все-таки сбегать в это будет горнило. Так, ладно, в принципе, мы можем либо пойти туда, куда он нам предлагает, либо мы можем вернуться в город мертвых. Я так и поступлю. И отдадим свиточек. Потому что-то мне эта локация очень маленькая, но, блин, меня пробивают жестко эти враги. Так, сразу. Потерянная душа. Так, поехали. Как раз я этого еще должен поговорить. С быком дать ему эти книги две. И чтобы он мне дал два ключа. Либо они откроют мне какие-то врата, либо мне нужно собрать все четыре ключа, чтобы открыть какой-то уровень. Сейчас с ним поговорим. Он же туда, кажется, находится. Я не путаю, он должен находиться где-то здесь. Что-то я его не вижу. Ладно. Так. Торговец, Мифолин, наставник. Доспехи, оружие, талисманы. Предметы общего назначения. Поехали. Быстрое перемещение. Способность можно взаимодействовать. Так что тогда, прокачаем быстро все остальное. Приятель. Бледный всадник во плоти. Один, два. Ну, короче, по тысячу уйдет у меня все. Да. А не, вот он есть тут. На свои книжки. Так давайте я отхилюсь. И куплю у него хил. Дорога зовет нас обоих. Возможно, мы еще встретимся. Все новинки с разных концов света. Такое себе. Ладненько, мне это не нужно, мне нужны хилки. Хотелось бы мне тебя наградить, только куда ты все положишь? В инвентарь, прикинь. Смерть, всегда рад тебя видеть. Давай покончим с этим, пока я не сделал что-нибудь такое, о чем потом мы оба пожалеем. Душа, которую ты ищешь, никогда не представала пред судом. Ты уверен в этом? О, да. Я бы заметил, если бы такая значительная душа появилась бы в нашем царстве. Интересно, что это за душа? Я не знаю имени начертанного на свитке. Это имя принадлежит созданию более древнему, чем Нефилимы. И ты хорошо с ним знаком. Но, увы, сейчас он носит другое имя. Просвети меня. Какое я от этого получу удовольствие? Мне некогда.
Жаль, что у тебя такой скверный характер. Мы многое могли бы сделать друг для друга. И за очень хорошее вознаграждение. А еще кому-то помочь? Тебе нужно всего лишь проверить слухи, которые распространяются по царству мертвых. О древнем лабиринте, который притягивает неосторожные души и забирает их у нашего повелителя. Ты имеешь в виду лабиринт судьи душ? Это уже не относится к лабиринту. Судья душ — древний враг трона. Считалось, что его уже давно нет. Перед тем, как исчезнуть, он забрал одну вещь, которую очень хочет заполучить король. Не сомневаюсь, что она хранится в лабиринте. Найди судью душ и верни похищенное. Ой, почему тебе с... Возможно, тебе не стоит прислушиваться к сплетням. Блин, что мне делать получится? Найди лабиринт судьи душ, вернись ко мне, и я перестану это делать. То есть вы сейчас мне предлагаете... А хотя, может, на столе, который лежит? Так. Потерянная душа. Черт. Ну погнали тогда по-быстрому. Да что за херь? Да. Тогда быстро пойдемте в лабиринт. Если это не свиток, тогда убираемся оттуда к черту. Идем к ангелу, продолжим. Потом, может быть, вернемся сюда. Выполним эту херь. В горнило отправимся. Горнило у нас это вообще, походу, будет чем-то напоминать мне тоже арену, всякие испытания. Так. Ах. Лезть. Быстрого нету перемещения. Так, готово. О. Прочитай теннисную книгу. Ну, типа, прочитал? Найдите судью душ. Во-первых, чтобы пройти мне вот эту херню, мне нужно найти все надписи. У меня только есть первый уровень, второй, третий, четвертый, пятый, восьмой. И то это тайник. И то это тайник со свитком. Ничего не написано. Так, продать. И Вульгриму. Но почему-то я не могу их продавать. Довольно обидно. Ладно. Значит, здесь нихера у нас нету. Тогда нам здесь делать нечего. Недоступно быстрое перемещение. Мы покидаем это место. Да. Отправимся к ангелу. Скажем ему, типа, там никого не было, все такое, бла-бла-бла. Мне придется идти одному. Ай, ё-моё. Не место для лошади.
как-то медленно, почему ты бегать не умеешь? Так, помеси тогда душан. Потом пойдем по сюжетке. Типа, да, там будет босс у нас в конце, значит. Именно сам судья душ. Но мне нужно найти где-то вот эти надписи, все такое. А это я к некоторым стенкам не подходил. Класс. Древо жизни. Так, а могу я у тебя что попродавать, да? Оно здесь у древа на случай, если вдруг понадоблюсь тебе. Ну, ты мне понадобился, почему ты ничего не отвечаешь? Ладно. Быстрое перемещение. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Для здоровья можно найти в сундуках, на телах убитых врагов, в осколках вещей. Давай, шустрее, коняшка. О, точно, нужно два камня этих сломать. Твой друг не появлялся в царстве мертвых. Но если он все еще жив... Нет. Я не осмелюсь рассказать об этом другим ангелам, пока не узнаю всю правду. Среди творцов в Кузнечных землях живет слепая провидица, обладающая огромной силой. Отправляйся к ней, смерть. Она узнает, что случилось с тем, кто умер, но все еще жив. Ты сейчас это серьезно, да? Я что, типа, детектив? Детективное отделение у нас, ребята. Что здесь? Водопад. Ага, здесь прохода нету. Хорошо. Тогда побежим в другую сторону. Если там у нас ничего нету, телепортируемся снова к древу. Блин, они мне похожи на сундуки. О, там сундук. Так. Реликвия. Давай что-то годное. Чего, блядь? Чего, блядь? А, фух, фух, тихо, где, где, где? А, нать. Просто унес ее. Ой, блин, а как серию тогда называть? Можно типа по самому уровню, как уровень называть, ну это локация огромная. Как она называется-то? Утраченный свет. Либо можно назвать детективное агентство. Да что быстрее, это какой-то детектив рели. Принеси, там типа, спроси у того что-то по инфе, верни сюда, расскажи мне. О нет, это точно не... Это, если это правда, то нет. О-о-о. Типа узнай точно. И вернись ко мне. Может там будет 5000 в конце. Всего лишь. Вот эти врата. Они не открываются. Как-то оно очень близко стало. Карта. Телепорт. Сейчас, короче, доделаем эту херь. И я серию закончу. Следующую серию мы пойдем с вами в эту хрустальную башню. Потом в какой-то серии мы с вами пройдем этот лабиринт. Мне придется идти одному. И так, и так, и так. И вот этот летающий остров, который на карте изображен, тоже нужно будет отправиться.
У тебя есть кое-что для меня. Эта душа еще жива, но все можно изменить. На языке ангелов его зовут Воувин, дракон. Как называют его демоны? Они зовут его владыкой. Ангел присоединился к Темному легиону? Значит, он придет. Создатель да защитит нас. Окей, купить талисманы. Чтобы на старом стало новым. Нихера цена. Бем, бем. Жалко, что я сюда не могу отправиться. Типа выглядит охерительно, но там нету самой локации. И это немного когда как-то даже обидно. Ну, DLC навряд ли выпустят, потому что игруля, если не ошибаюсь, 2014 года. Игруля 2014 года. Вперед, 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 вперед. Шустрее. Shift нацелиться на ближайшего врага. Так. А что я не могу быстрое перемещение сделать? Ну, могу. Так. Зажать Z, вы присвоите прах. Призовете. Ай-яй-яй. Ой, чуть не сдох. Блин, чё я тупил? Так, давай. Расскажем ему. Ну? Что ты узнал? Твой друг служит тьме. Это невозможно. Значит, видение Архонта — небесное воинство. Оставь меня, всадник. Я должен решить, что делать дальше. А моя награда? Как бы мне хотелось, чтобы ты ее никогда не заслужил. Ты так и не сказал мне, кого ты искал. Его имя было указано в свитке. У старших ангелов много имен, все и не упомнишь. Как сейчас зовут твоего друга? Ты знал его под именем Аваддона. Но сейчас он взял себе другое имя, которое проклинают на земле. Разрушитель. О, теперь мне не нужно идти в вот этот лабиринт судьбы. Новый уровень. 15 кусков золота. Получено очко умения. Которым мне нафиг не нужно. Потому что дальше там ничего нету. Да. В принципе, как-то так. Давайте тогда на этом, я думаю, закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.